Стабилизатор для покрафта. Рабочее положение. Такой жесткости, в принципе, достаточно, чтобы курс держать. Но, может быть, выберу еще пластик пожестче. Здесь, по-моему, 2 миллиметра. Возьму 3,5 какой-нибудь, 4. Когда будет вообще жестко. Поднимается, опускается. Представляет из себя вот такую конструкцию, полностью разборную. Здесь установлены два маленьких аккуратненьких кармашечка. Масса всей конструкции 157 граммов. Ого! Или 140 граммов, не считая карабина.